Нас тепло принимают сегодня, в первый день уже работаем, знакомимся с достопримечательностями в таком красивейшем историческом месте. Прям дух перехватывает. Вот эта история, это мощь, это наша страна Россия. И молодые наши гензиаты, ребята, то, как вы будете взрослеть, учиться, всегда должны больше и больше изучать историю нашей большой необъятной родины, от западных границ до восточных, южные границы, Кавказские горы. Все это все мы, и это все наше будущее. Поэтому хочу пожелать вам, ребята, в форуме двухдневном получить новые знания, приобрести новых друзей, получить прекрасное удовольствие. Мы в формате уже Русского Гонзейского союза, представители городов, которые приехали, также Ивангород, будем прорабатывать развитие культурных, туристических связей, обсуждать то, как мы развиваемся, прирастая новыми участниками Ганза Плюс. Поэтому у нас впереди много работы. Ну а подводя итог своему приветственному слову, хочу сказать, друзья мои, большая история за спиной, но впереди большое будущее. История продолжается, и мы ее делаем. С праздником! Ура! Действительно, для нас это большая гордость и огромная честь принимать такую делегацию здесь, у нас, в нашем городе. Не скрою, что мы целый год ее ждали, этого момента, и ждали, и готовились. В городе готовился, действительно, уделено сейчас большое внимание именно сохранению Ганзы, ее расширению. То, о чем мы много говорили, многие вопросы, сейчас даже ведь они есть в повестке. Настало, что называется, время, наверное, более активных действий. Мы не забываем о том, что каждый наш муниципалитет отправляет и добровольцев, и все остальное, что у нас идет тяжелая пока операция. Но в то же время мы не должны забывать и о других вопросах, которые возникают. Действительно, мы сейчас живем в новом формате времени. И действительно есть ряд моментов, которые связаны с тем, что есть организация, есть устойчивая организация, которая была признана в Европе. Да, это действительно для нас большая гордость, огромная честь принимать такое мероприятие. Ровно год назад мы были в Великом Устюге, когда принимали ключи от Ганзы, и с тех пор город Ивангород стал ганзейской столицей. Вот, прекрасно осознавали, что буквально через год нам придется готовиться к этому мероприятию, проводить его в Ивангороде. Действительно, была проведена огромнейшая работа. Александру Владимировичу огромное спасибо за ту работу, которая была сделана в нашем городе. Прекрасно понимаем, что в нынешних реалиях, ну, все, конечно же, непросто, и тот формат, который проходит сегодня, он немножко усечен, не так, как мы планировали, но я считаю, что все получилось, все удалось, и дальнейшая программа, она будет такая же насыщенная, и действительно, вот этот вот самый главный итог, это взаимодействие с главами городов, обмен опытом. Это действительно работает, действительно приносит определенные, очень важные и нужные результаты. Ну, смотрите, да, мы знаем, что такое Ганзейские дни, это фестиваль, это ремесленники, это культура, это концерты. И, конечно, мы понимаем, что в данный момент и это финансово затратно, и, конечно, необходимо было принимать решение либо переносить, либо проводить уже в деловом формате. Я рад, что Союз нас поддержал. Это говорит о том, что организация абсолютно гибкая и подстраивается под ту ситуацию, которая происходит сейчас. И для нас большая честь и важное событие. Это и культурное, и туристическое событие. Главы городов приехали, мы можем показать все наши красоты, все наши возможности. Уважаемый Виктор Михайлович, уважаемый Александр Рихардович, уважаемый Леонид Леонидович, уважаемые мои коллеги, уважаемые гости, уважаемые наши молодые ребята. Наступил тот час, который мы, конечно, ждали долго, волновались, когда изначально заявлялись на это мероприятие, думали, вот, ну, могут нас не взять, могут нас не согласовать. Слава Богу, согласовали. Теперь, конечно, я представляю, сколько нас ждет, мы уже, конечно, готовимся, сколько нас ждет еще задач, сколько нам нужно сделать, сколько всего перелопатить, приготовиться, подождать. Я представляю, как сейчас уважаемые коллеги с Ивангорода, передавая эти ключи, скажет, ух! Не только так. И даже не только так говорят, да-да-да. Вот, я тоже знаю, что такое пригласить такое количество людей, все это продумать, каждое движение, чтобы все были готовы. Дорогие друзья,
настал торжественный момент. Ивангород передает ключи славному граду Вышнему Волочку. В эти глаза патриотов, которые борются за сохранение России, за приумножение ее исторической памяти, ее нынешнего состояния. Когда посмотрели мы на вас, на молодых, которые столько придумали, столько воплотили, мы всегда верили, что будущее России в ваших руках. Произошло много событий за эти два дня. И вот пока такие люди в России живут, как наша молодежь, и как эти уважаемые люди, я, честно говоря, счастлив. Я счастлив, потому что в России будет великий путь. Мы все равно всегда победим, и нас никто никогда не победит. Но мы более достойны лучшей жизни, и мы всегда эту жизнь сделаем. Я очень благодарен этому коллективу, когда полтора года назад меня, можно сказать, Галина Леонидовича, надо ехать и спасать русскую Ганзу. Это, говорит, единственная, говорит, наша, говорит, организация, которая еще в Европе приносит плоды, которую никто не может исключить, потому что это потрясающе то, что было создано.